«Синий трактор» представляет! Привет, ребята! Сегодня я приехал на детскую площадку Джоки Джоя. Пойдемте смотреть, что нас здесь ждет. Ой! Ребята, вы видели? Я провалился в эту дырку. Где это я оказался? Ой! Здесь столько этих дырок, а выхода нет. Вот он и выход! Ура! Ух ты! Посмотрите, какая горка с препятствиями! Интересно, я смогу в нее заехать? Попробую! О, непросто! Фу, забрался! Ого! Какая горка зеленая! А, попробую-ка я с нее съехать! Ой! О, занесло так, что чуть не упал! Поеду дальше! Ого-го! А это уже горка посерьезнее! Побольше предыдущей! Почему бы мне не попробовать и с нее тоже скатиться? Ой, да, в гору ехать сложнее, чем с нее. Поехали. Ну что, на счет три. Раз, два, три. Ой, это было правда круто. Попробую еще раз съехать. Раз, два, три. Ой! Кажется, у меня фара отвалилась. Где она? Вот она. Ничего, сейчас починим. Быстренько. Ой. Ух, вот и все. Можно играть дальше. О, а теперь мое самое любимое. Купание в шариках. Йопа! А сейчас я покажу вам один фокус. Йопа! Ну как вам такой фокус? Йоху! Ого! Вы только посмотрите, что они вытворяют. Это же так и стошнить может. Ой! Попробую покрутиться здесь, как эти детишки. Ой! Меня уже укачивает! Стойте! Фу-ху. В этой штуке крутиться очень даже весело. Но мне уже пора домой обедать. Так что пока, ребята!